Ну, это, собственно, событие ожидаемое. Соединенные Штаты и их союзники поставили целью, одну из главных своих целей, дестабилизацию ситуации в России. Для этого они используют различные методы, начиная от протеста от несистемной оппозиции, заканчивая использованием откровенных террористов, боевиков против Российской Федерации. Одно из направлений удара – это дестабилизация Средней Азии, проникновение через Среднюю Азию боевиков на территорию Российской Федерации. Поэтому ближайшая их цель после Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана – это дестабилизация Средней Азии. Но для этого будут использованы боевики из Афганистана. Нам надо быть готовым к этому, нам надо помогать здоровым силам в среднеазиатских республиках. Нам необходимо как-то предпринимать меры, чтобы компадорские прозападные элементы уходили за руководство среднеазиатских республик. Автоматически там ничего пророссийского не прорастет. Надо заниматься целенаправленной работой по воспитанию пророссийской элиты в республиках Средней Азии, соответственно, укреплять их обороноспособность.